Мы рады приветствовать абсолютно стопроцентный аншлаг на финале Черниговской городской лиги КВН. Вы, наверное, ждали каких-то сюрпризов в костюме ведущего. Их не будет, потому что сегодня сюрпризы у нас и так достаточно, и вы в этом убедитесь абсолютно точно сами. Сегодня мы приготовили огромное количество сюрпризов для вас и для играющих команд, которых у нас сегодня целых три. Дорогие друзья, несколько игр мы шли к этому финалу. Путь был непростой, тернистый, бывали команды, которые были в фаворитах, черниговские команды бывали, но тем не менее до финала добралось аж три команды. И представляют они, ну, очень много стран, аж две. Вот, собственно, об этом мы поговорим еще подробнее после того, как я приглашу эти команды на сцену. Именно сегодня мы узнаем, кто победит в пятом юбилейном сезоне Черниговской городской лиги КВН и кто получит главный приз. Собственно, из-за чего все это и происходило. Главный приз – 8000 гривен. Ну и вот они, эти герои, дорогие друзья. Команда КВН и ответная Кудль, сборная Прилуки и Чернигов. Команда дебютант этого сезона и в дебютный сезон сразу добралась до финала. Команда КВН, которая в прошлом сезоне дошла до финала. Житомир, дай 5! Второй сезон в нашей лиге, вновь финал. Что это будет сегодня, не знаю, решать нашему жюри и, конечно же, собственно, самим командам того уровня юмора, который они продемонстрируют. И второй сезон в лиге. В прошлом году они стали чемпионами. Команда КВН «Кряки» город Гомель. Итак, дорогие друзья, впервые за 5 сезонов в финале практически нет черниговской команды. Это, кстати, звоночек в сторону черниговских команд. Готовиться, участвовать, тренироваться, расти вместе с лигой. Соответственно, к уровню самых лучших команд других стран и областей. Но об этом мы уже поговорим в 6-м сезоне, а пока у нас 5-й. И 5-й сезон еще оставил множество неотвеченных вопросов. Итак, кто станет самой рейтинговой командой 5-го сезона лиги? Кто станет лучшим КВНщиком? Возможно, многие следили за тем соревнованием, которое случилось на нашем сайте и ВКонтакте. И также еще много вопросов, кто станет финалистами, а кто станет победителем именно 5-го сезона Черниговской лиги КВН. Дорогие друзья, команды тоже в недоумении. Кто же это все, кто это будет решать? Почему я... Жюри места до сих пор не заняты, как всегда у нас бывает на финальных играх. У нас всегда жюри уже сидит, и мы его потом представляем. В этой игре решили сделать не так. Дорогие друзья, так как в финале нет ни единой черниговской команды, то мы решили впервые за 5 лет изменить нашему правилу всегда приглашать жюри из другого города, из КВН-команд известных. В этом году мы решили обратиться к КВНовской сокровищнице Чернигова. И перед тем, как вы получите полный исчерпывающий ответ на тот вопрос, кто у нас будет сидеть в жюри, давайте же обратим внимание на экран. Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, это видео, которое не дало ответов, а породило еще больше вопросов, сейчас нуждается в объяснении. Сегодня, в 2012 году, исполняется 15 лет наивысшему достижению черниговских команд в истории КВН. Сборная Черниговского государственного педагогического института 15 лет назад на фестивале в Сочи практически вышла в телефинал. Дорогие друзья, возможно, вы помните эту команду. Всех этих людей, как молоды они были 15 лет назад, как молоды они остаются сейчас. Я попрошу включить свет в зале. И под ваши аплодисменты. Сборная Черниговского государственного педагогического института здесь, на сцене! Там, на экране, они продолжают выступать, продолжают рвать сочинский зал на части. Ну а здесь у нас они аплодируют вам, дорогой зритель. Итак, вот они здесь, 5 человек, к сожалению, не вся команда здесь в сборе, но 5 человек, ну, практически одну линейку мы собрали. Вторая линейка, которая уходила, она там осталась где-то. Вот, итак, дорогие друзья, ваши аплодисменты, 5 человек. Валерий Горько! Владимир Бабанов! Добрый вечер, Богдан Процко! Сергей Матвиенко! Юрий Черезов! Вот оно, наше жюри в полном составе. Вот они на фоне, ну, в общем, сами посмотрите, фотографии прилагаются. Дорогие друзья, как ощущения после 15 лет? КВН по-прежнему любим? Еще живы. Отлично, оптимистично. Дорогие друзья, просим вас на рабочие места. Назад на фестивале в Сочи лучший результат черниговских команд в истории. На следующий год, то есть 14 лет назад, они тоже ездили в Сочи. Вот, и, собственно, с тех пор, ну, черниговский КВН так высоко не забирался. И таких вот, кстати, телевизионных эфиров тоже не было. Жюри мы вам представили. Теперь расскажем немножечко о том, что вас ожидает. У нас 3 команды на сцене. Молодые, красивые, перспективные. Ваши Сочи еще впереди. А здесь, в Черниговской линии КВН, вас ожидает 5 конкурсов. Это будет визитка до 7 минут и максимум 5 баллов. Это будет разминка-хоккей. То есть будут вопросы от жюри, если вопросов не хватит, будут вопросы от зрителей. Будет конкурс видео, видеоконкурс трейлеров. То есть команды по нашему заданию сняли популярные нынче трейлеры. Что это будет, трейлер к кинематографу или мультфильмам, или к каким-то другим событиям, мы не знаем. Но, тем не менее, это будет конкурс трейлеров. Будет приз под названием «Новоречный вынохит». И будет музыкальное домашнее задание. Традиционный конкурс финалов Черниговской лиги КВН. Дорогие друзья, команды уже могут идти готовиться после того, как я им скажу традиционную фразу, которую говорят все ведущие во всех лигах. То есть миллиард ведущих в миллионах лиг говорит эту фразу «Ни пуха, ни пера».